Йоу, время 6 утра. Мы начинаем съемку. У нас тут все байкеры, боемиксеры, индусы. Вон уже пошли. Первые актеры. Мы снимаем порнуху со старыми чуваками. Семье нужны деньги, раз, два и готово. Они не хотят слушать, но чтобы там такого. Чтобы сделать свой хасл, я кручусь, будто йо-йо. Огибаю божий палец, я проявляю волю. Я могу упасть, но я не боюсь боли. Пока нытики пиздят, а пожираю моли. Я кидаю лед стакан, побеждаю ком боли. Твоя жизнь это сериал, но ты не в главной роли. Я хочу упасть, но на да. Вот эти слова ты впрыгиваешь. То есть я должен прыгнуть до, чтобы пропеть их уже на камеру, понял? Музыка, камера. Да. Я могу упасть, но я не боюсь боли, пока нытики пиздят, а пожираю моли. Я кидаю лед стакан, побеждаю ком боли. Твоя жизнь это сериал, но ты не в главной роли. Эти рэперы пиздят, они интернет-тролли. Твоя ненависть яд, это интернет-топи. Научись держать в руках свои детские сопли. Нам пора повзрослеть или затвернуть школу. Я не думал никогда, пропускаю уроки. Дэн, забирай. Вот он, блядь, мастер, вот он, мастер. Ну все, съемки встали. Все уши есть, процесс остановился, ну это на час, наверное, может на два. Мы на второй локации, наши девочки готовы. Перекрыли дорогу, сейчас поставить свет, все как обычно. А чего мы ждем, кроме карты этой долбанной? Проверяю, чтобы не убежало молоко. Камера. Новый баллад, летопись, были разные, бро. Теперь по руке звонит Оксимирон, говорит, заебись, нормальный флоу. Не хочешь ли ты поиметь с нами пром? Конечно, братан, собирай чемодан. Концерты, площадки, семья в достатке. Мама говорит, нет, что все суки падки. Ты знаешь все сам, но будь аккуратней. Привет, Москва, мой любимый город. Я знаю, ты всегда можешь предложить мне повод. Роллинг Стоунер, группа Фрукты и еще один новый. Я читаю рэп на первом, как я и хотел, помнишь? Да я сильно изменился, но готов оказать помощь. Набирай мои цифры, если до сих пор их помнишь. Начал теперь понимать, дидис, брат, дидис. Секундуру локашена из финишо. Короче, вторая локация прошла успешно. Ну вот, надо что-нибудь. Это Генрих. Я его очень люблю. Давай обнимемся. Давай, давай. Споем, может быть, что-то? Давай споем. Что споем? Летай, туча, улетай, туча, улетай. Семье нужны деньги, раз, два и готово. Они не хотят слушать, но чтобы там такого. Чтобы сделать свой хасл, я кручусь, будто йо-йо. Огибаю божий палец, я проявляю волю. Я могу упасть, но я не боюсь боли. Пока нытики пиздят, а пожираю моли. Я кидаю лёд стакан. Ну что, мы заканчиваем сегодняшний первый день съемок. Скажи мне, пожалуйста, что тебе понравилось сегодня больше всего? Что запомнилось? Ну, блин, барбекю на шоссе – это огонь, конечно, вообще. То, что мы получили официальный пермит. Я очень рад, что сегодня мой очень близкий товарищ, друг детства, поучаствовал. Это мне подарил мой менеджер для Мамай. Это монета Нотр-Дам-де-Пари. Очень красивая. Может быть, Франция как-то призывает к себе. Возможно, что-то наклевывается, но об этом в следующий раз. Сегодня позаебался, спали 4 часа, сегодня второй день, индусы на базе, режиссер на базе. Я, конечно, понимаю, что рации это очень важно, но там важнее, пойдем. Где мы только пришли? Ты что, сейчас только утро, 4 утра, ты с ума сошла? Пойдем. Мы еще не снимали ни одного кадра. Камера пошла. Да. Собирай чемодан, концерты, площадки, семья в достатке. Мама говорит, нет, что все суки падки. Ты знаешь все сам, но будь аккуратней. Привет, Москва, мой любимый город. Я знаю, ты всегда можешь предложить мне повод. Роллинг Стоунер, группа Фрукты и еще один новый. Я читаю рэп на первом, как я и хотел, помнишь? Да я сильно изменился, но готов оказать помощь. Набирай мои цифры, если до сих пор их помнишь. Начал теперь понимать, дидис, брат, дидис. Пожалуйста, 4 сыра и специально сникерсную пиццу для Лёхи Храмова. Это Оксимирон, его голос.
Говорит. Да, но он тогда должен замолчать, а он пропивает. Да, я пропою все, а потом пропою под оксимирон. Да, только две свои версии, фразы, да. Я понял. Ворот! Топ! Так, 3 часа дня, мы приехали на локацию музея Арктики и Антарктики, и будет мясо голубиное. Ко мне! Охуенно! Юр, поставь задачу купить крем от солнца SP50. Маша делает массаж. Генрик говорит, это крем жирный, я заказал, что Сережа, крем нет. Серег, брызни на лицо. Ненавижу Питер за дождливую погоду. Давай, ну! Выше, выше, снимай пока! Новый балласт, в воздухе слышится кровь. Мы курим Дальний Восток, можешь звать меня Шар. Всем нужен новый балласт. Это летопись, были разные бро. Теперь по руке звонит Оксимирон. Говорит, заебись, нормальный флоу. Не хочешь ли ты поиметь с нами пром? Конечно, братан, собирай чемодан. Концерты, площадки, семья в достатке. Мама говорит мне, что все суки падки. Ты знаешь, что... Последняя на сегодня локация. Ребята у нас танцуют, девчонки одеваются. И мы начинаем снимать. Каждый день был очень тяжелый, жесткий, адовый. Все справились, все молодцы, всем спасибо. Новый баланс – это что-то, что ты никогда не закончишь искать. Баланс – это жизнь, движение – это жизнь. И также и наша работа. Мы живем работая, но никогда не закончим работать.